Друзья, всем привет! С вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовим салат на каждый день. Всего 4 ингредиента и минимум затрат. Получается салатик очень вкусный. Сначала отварим 250 грамм куриной грудки. Когда вода закипит, убираем пенку, солим, перчим, добавляем лавровый листик, тмин и перец горошком. Немного перемешиваем, оставляем вариться 15-20 минут на небольшом огне. Затем нужно отварить яйца, я их отвариваю в течение 8-9 минут, чтобы желточки у меня остались желтенькими. Вот такими. Яйца нарезаем мелким кубиком. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше интересных, вкусных и простых рецептов. Яйца перекладываем в емкость, в которой будем собирать салат. Отваренную и уже остывшую куриную грудку нарезаем мелким кубиком и перекладываем к нарезанным яйцам. Далее я беру 2 больших помидора, убираю плодоножку и нарезаю как можно мельче. Помидоры придадут сочность нашему салату, получится очень-очень вкусно. И добавляем баночку консервированной кукурузы. Кукурузы можно добавить немного больше или меньше, все по вашему вкусу. Приготовим заправку. Смешиваю 2 столовые ложки майонеза с 3 столовыми ложками сметаны. Сметану можно брать любой жирности. Солю, перчу и добавляю чеснок. Я натираю чеснок на мелкой терке, можно просто выдавить. В итоге я добавила 4 зубчика чеснока. Чесночок добавляет салату особую пикантность, но все по вашему вкусу. Заправку хорошо тщательно перемешиваем и заправляем наш салат. Все еще раз перемешиваем, пробуем на соль, перец, если нужно, добавляем еще. Украшаем зеленью и подаем на стол. Получается очень-очень вкусно. Если у вас есть время, то можно настоять его недолго в холодильнике, получится еще вкуснее, но также его можно подавать сразу. Подойдет такой салат как на каждый день, так и на праздничный стол. Всем желаю приятного аппетита, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.